Здравствуйте, уважаемые родители. Здравствуйте. Ой. А что это у нас сегодня одни папаши? Дело в том, что сегодня по телевизору концерт Стаса Михайлова, так что мамаши там. Ага. Мы потом записи посмотрим. Ну, тогда начнем собрание. А, извините, подождите секундочку. Елена Баклановна. Да. Я папа Максимки Шевелькова. У меня такой вопрос. Вот месяц назад мы ездили в Кунгурские пещеры. Ой, ну что вы опять начали? Вернем мы вам ваши деньги за электричку. Вы не дослушали. Мы ездили в Кунгурские пещеры, и я хотел узнать, когда начнут искать моего Максимку, который там... Что вы сказали? Вернете деньги? А, все, вопрос снят, все. Итак, наша школа участвует в программе по обмену учащимися. Два человека из нашего класса могут поехать в Лондон на полгода. Только нужно решить, кого отправлять. Что значит «кого»? Что значит «решить»? Решено, друзья! Поедет моя Маруся. У кого пятерка, тот и должен ехать в Лондон. Маруся. Чего ради-то ваша Маруся, главное? У нее и так пятерка по-английскому. Чего там делать в Лондоне вообще? В Лондон должен ехать тот, у кого по-английскому хуже всех. Мой Макар! Потому что у него ноль по-английскому. Вот дайте руки ваши, дайте руки. Вот возьмите. Вот такой ноль у него по-английскому. И мой Макар. Все. Вашему Макару Лондон не поможет. Ваш Макар дебил. Допустим, но в Лондоне-то об этом не знает. И потом это даже лучше отправил в Лондон на полгода. Все, и забыл, и все, и выучил английский, как миленький. Я его так же плавать учил. Забросил его в воду, и все, и хочешь, выплывешь, все. Подождите, смотрите, что я придумал, я все посчитал. Мы можем взять две путевки в Лондон и обменять их на 5 путевок в Албанию. Зачем? Вы не догадываетесь? Албания, это тоже за граница. Тоже за граница. Тетя Клава уборщица тоже женщина. Что-то никто с ней не мутит последние 80 лет. Ножку не водит ее? Когда вы в Албанию в твою вот эту? Так, давайте не будем ссориться. Пусть все решит случай. Дайте мне альбом. Сейчас методом тыка просто сделаем и все, и выберем. Вот смотрите, я закрываю глаза просто и пальцем. Вот смотрите. Раз и все. Вот, пожалуйста. Сазонова Оля. Так, Сазонов, сядьте на место. Слушай, тыкальщик, ты так трехкомнатную квартиру в правкоме натыкал уже, понимаешь? Все. Извините, а где вы так тыкать научились? А? В мэрии. Слушай, друзья, давайте как-то посерьезнее, а? Мне кажется, вопрос решен. Едет моя Маруся. Да чего ради ваша Маруся? Объясните мне. Это знак. Какой знак? Какой? Помните, я вам рассказывал. Приходит в третьем классе Маруся домой и поет песню. Лондон, гудбай. Лондон, прощай, я здесь. Это знак, я здесь. Правильно, Сергей Валерьевич, знаком нужно доверять. Но вы неправильно трактуете. В вашем случае знаковое слово «гудбай». Не прерывайте, я разбираюсь. Для вас Лондон «гудбай». А поедет моя Софья. Это, конечно, не знак, но воля покойной нашей бабушки, которая умерла и завещала развеять ее прах над Темзой. Все вы знали бабу Лизу. Да. И так сказать, из уважения к Елизавете Чарльзовне. Не, ну так-то да, конечно. А как? Я же ее утром видела. Она холодильник тащила. Ну, не умерла, умрет. Ну вы же видели, когда еле тащила холодильник из последних сил. Ну, жулик. Ты чем здесь жулик? Подумаешь, перепутал этот past simple с present future. Или опять перепутал. Так, значит, я посидел тут, послушал вас и решил... В Лондон поедет моя дочь. А вы, собственно говоря, кто? Я товарищ из органов. Зашибись. А мы тут все товарищи из микросхем. Мы все из органов, чё? Так, чтоб мне надоело все это уже, дайте мне, пожалуйста, путевку. Пожалуйста. Спасибо. А чё, так можно было, что ли? Да. Стойте! Вы что, не понимаете? Есть какой-то подвох. Не может быть все так просто. Можно мне вторую? Да. Подожди, сюда! Хорош! Все решили уже, что ты? Продолжайте. Счастливые обладатели путевок, я забыла вам сказать. Нужно доплатить за питание, проживание и перелет. 6000 евро всего. Ну что, товарищ из органов, давай устраивай распродажу органов. Чего у тебя там на 6 косарей-то? Печень, почки, давай. Ну что, кинешь 6 косарей в воду, а? Блинчиком, котлету баксов запускай. 12 косарей.
Ой. Давайте путевки сюда. В Лондон поедет мой Антон и гувернантка. Хотя Антоха у меня английский хорошо знает. Поедет гувернантка и я. Я просто... Ну, тыкальщик, а? Поражаюсь вот этой вашей, вот этой вот, как это слово там все время забываю? Недальновидности. Недальновидности. Поражаюсь вашей недальновидности. А что случилось? Что случилось? Вы сейчас взяли две путевочки, да? Ну, я взял. У вас хорошее настроение, да? Да, у меня вы неплохо. Вы счастливы. Да? Это продлится на секунд 15, не больше, потому что у меня зависть во мне уже кипит. Я возьму какой-нибудь там предмет, не знаю, какой-нибудь подтвержу, найду какой-нибудь дичайший повод для ссоры. Разобью тебя! Тихо, я все посчитал. Перестаньте, путевок хватит на всех. Смотрите, что мы делаем. Мы берем две путевки в Лондон и меняем их на 28 путевок в Кунгурские пещеры. Они сходятся. Детей-то у нас в классе 29. А вот и сходится, Илана Баклановна. Мой-то Максик уже там. А? Welcome to Кунгур.